Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я покажу вам, где на колонке LG XBOOM GO PL2 найти серийный номер. Для этого мы берем нашу колонку, берем, по-моему, правый или левый, да, получается левый динамик, если смотреть на надпись XBOOM, отодвигаем его вот так, это вполне нормально. Здесь у нас есть USB Type-C порт, но нас он не интересует, нас интересует вот эта белая наклеечка. Давайте поближе вам ее покажу. Вот на ней сверху большим вот этим шрифтом написано вот 008 и так далее. Это наш серийный номер. Вот и все. Если вас интересуют другие видео, связанные с данной колонкой или любой другой техникой, смотрите их у нас на канале Hard Reset, либо читайте информацию на сайте hardreset.info. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.